священник. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, кто такой священник? Священник – это священнослужитель, обладатель второй степени священства. В обязанности священника входит совершение, по данной ему благодати, богослужений и таинств, за исключением хиротонии и освящения мира и антиминсов. Священник находится в подчинении у архиерея. Церковная иерархия имеет божественное установление, а таинство священства пошло от самого Иисуса Христа. Он поставил апостолов, которые впоследствии рукополагали священнослужителей для совершения Евхаристии, других таинств и богослужений, и для управления церковными общинами. Облачение священника составляют подризник, епитрахиль, пояс, поручи, фелонь. На груди поверх рясы или облачений священник носит иерейский наперстный крест. Формы обращения к священнику таковы: «Ваше преподобие», «Отец» и «Имя», а «Батюшка» — разговорная, неофициальная форма обращения. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек — знанием. Да храни вас Бог!